Всем привет, друзья! Наконец-то мы врываемся к вам на YouTube. Две недели почти я ничего не выкладывала, потому что у меня совсем не было времени ничего снимать. Да и, в принципе, снимать не было что, потому что я эти две недели все время нахожусь дома, очень упорно готовлюсь, учусь, да, чтобы поехать на экзамен и хорошо-хорошо сдать экзамен. Поэтому никуда не выхожу. Но сегодня я решила заснять влог, потому что мы, наконец-то, едем отдыхать. А я не знаю, можно ли это назвать отдыхом, конечно, потому что после такого отдыха нужен еще, наверное, отдых. Наши друзья снова позвали нас на кемпинг, поэтому мы едем на кемпинг. Вроде как бы ты отдыхаешь на кемпинге, но с другой стороны, особенно с маленьким ребенком, это трудно назвать отдыхом, потому что ты весь такой энергозатратный на ребенка, на покушать, на то, на сё. Мошки, комары, пауки, вот это вот все. Вот, но тем не менее, такая смена обстановки, конечно, такое нужно, мне кажется, когда ты постоянно дома, 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 ничем таким интересным не занимаешься, нигде не бываешь, хочется куда-то выехать, как-то провести время интересно, ну и плюс для ребенка, да, за город, на свежий воздух, в лес, изучать природу, вот, покушать мясо вкусненько, пожарить, в общем, немножко отдохнуть. Вот, но просто перед тем, как ехать на кемпинг, я хочу приготовить одни такие кексики, называется мадлен, не знаю, как правильно с произношением, потому что на корейском звучит как мадлен, если на русском, наверное, мадлен, не знаю, правильно. Вот, я хочу приготовить эти кексики, потому что деток будет очень много, немножко угостить ребят, чтобы не одно мясо, знаете, поедать, а чтобы там что-то вкусненькое было. Вот, поэтому хочу приготовить и хочу показать вам, заснять рецепт. Возможно, вы тоже приготовите, потому что это реально очень вкусный. Короче, друзья, это прикол. Проверила все ингредиенты, думала, что у меня все есть, но у меня закончилась мука. Хотя я белую муку вообще почти не использую. Куда она вся делась, я ничего не понимаю. И у меня есть всего лишь 150 грамм, а мне нужно 360. Поэтому бегу сейчас в магазин за мукой. Это вообще прикол. Так, 360 муки. 260 по рецепту у меня 200 сахара. 6 яиц. 6 грамм бейкинг-паудер. И добавляем в муку и перемешиваем, да, наши все сухие ингредиенты. Видите, я даже купила такие формочки специальные для мадленов. 360 грамм масла, которое нужно растопить. Подтоплю масло я. В одну емкость набираю супер-супер горячую кипяченую воду. Ну, да, кипяток я имею в виду. Горячую воду. И во второй емкости, и вторую емкость с маслом ставлю в эту емкость. Накрываю это все дело чистеньким полотенечком. И пускай наше масло топится. Наше масло растопилось. Едем дальше. Сахар. И взбиваем сюда наши 6 яиц. Ну и размешиваем наши яйца и сахар. Хорошенечко мешаем. И вливаем наше маслечко. Просеять муку. Сейчас будет волшебство. Мука по всей кухне. Теперь это все надо аккуратненько, красивенько, нежненько перемешать. Интересная часть. В чем заключается самая интересная часть? В том, чтобы вот это вот тесто все перелить в кондитерский мешочек. У меня не всегда это получается идеально. С Богом! Все дело так красиво, аккуратненько заворачиваем и какой-нибудь прищепочкой надо закрыть. Все, и теперь этих два прекрасных таких вот колпачка, эти два пакетика теперь убираем в холодильник на 20-30 минут, чтобы тесто немножко схватилось и потом было удобно выливать на форму. Формочку надо немножко смазать маслом. Поместились.
Ну, короче, как-то так. Так, давайте посмотрим. Какие красавчики! Тесто можно поменьше было наливать. Видите, я, наверное, сильно много налила теста, и поэтому они немножко так горками, горбочками немножко так поднялись. Но красивые получились. Будем пробовать. Я тут уже пробую. Смотрите. Тесто такое пушистое-пушистое получилось. Очень вкусное. Но в следующий раз можно сюда еще добавить, знаете, цедру или апельсина, или лимона, и чтобы они были с такой кислинкой. И будет еще вкуснее. Ну, очень вкусно. Офигенно. Так. Суёну собрала вещи теплые. Кстати, его вещи поместились все в один такой рюкзачок. Салфетки. Покажу вам, что я беру. Покажу вам, что я беру с собой, если мы куда-то выезжаем в командировку. Покажу вам, что я беру с собой, кстати, для Суёны, если мы выезжаем куда-то за город, куда-то там на бассейн с ночевкой, или вот на кемпинг мы ездим тоже с ночевкой. И обязательно, не обращайте внимания, у меня там сушилка стоит, обязательно с собой берем от комаров. Но в Корее так прикольно, я не знаю, у меня, конечно, в Украине не было детей, я не знаю, есть ли у нас такие штучки, но это очень круто. Спрей, понятно, спрей есть везде и у всех от комаров, но в Корее вообще такая крутая штука, я первый раз увидела вот такие вот наклейки от комаров. Вообще это такая тема на самом деле, вот такие вот просто стикеры, наклеечки, которые клеятся на вещи. Они пропитаны вот этим средством от комаров, запашок у них, конечно, такой интересный. Ну, в общем, классно, с мультиков даже, с разных, вот такие вот наклейки. На всякий случай беру от температуры такая на лоб наклейка охлаждающая, мало ли, там солнечный удар перегреется или еще что-то. Как это называется? Лейкопластырь? Лейкопластырь, санкрем, да, от солнца, обязательно. Бипантен, на всякий случай, бипантен. И вот на iHerb я заказала еще вот такой вот кремчик с календулой. Допустим, какая-то ранка, ушиб и бипантен. И вот это очень крутая мазь детская. Поэтому ее тоже беру с собой. И взяла себе таблетки от головы на всякий случай, потому что в последнее время меня очень сильно мучают мигрени, болит голова очень часто. Не знаю, с чем это связано. В общем, раз, три, четыре, пять. Возьму себе две такие таблетки на всякий случай, если вдруг разболится голова. Вот. Вырос, вырос, мальчик, вырос. Приехали со свекровью и с братом мужа поужинать. Свекрови скучно стало. Говорит, поехали поужинаем куда-нибудь. И, в общем-то, дождались брата мужа с работы. И вот. Решили поехать поужинать, посидеть. Так, рыбка, закуски. У Суёна своя дискотека. О, как вам его? Да,
Чуть-чуть. И даже ребеночку принесли вилочку и ложечку. Это очень вкусное. Лук. И, кстати, вот эти все закуски бесплатно входят. Платишь только за мясо, а закуски все идут просто бесплатно с обесом.주말에는 엄청 많아요. 사람들이 잘 자요. 맞다니까. 어. 아, 막 찝찝. 이름이 뭐지? 까치. 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 까치 안 좋아요. 뭔지 아니에요. 보도. 됐다. 잘했어요. 됐다. 파인애플. 까지. 이거 뭔데? 가지. 가지. 아우, 잘했네. 파인애플. 이렇게 해볼까? 봐봐. 이렇게 쭉. 한 번 더. 그렇지. 잘했네. 어우, 잘했네. 이거 뭔데? 까지. 에니 까지. 뭔데 이거? 까지. 까지 아니야. 딸기. 응, это тальги. 이거 뭔데? 뭔데 이거? 토마토. 토마토, 맞아요. 토마토. 잘했어요. 이거는 뭔데? 당근. 뭐? 당근, 당근. 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 이거 뭔데 알아요? 먹어요. 이거 뭔데? 먹어요. 무. 무. 잘했어요. 아, 잘했어요. 무. 바나나다. 바나나. 바나나. 10:30. Мы должны уже спать, 10-й сон видеть. У нас игры. А это что, ты знаешь? Уксусу. Уксусу. Игонен. Макбоке. Бонде. Айскрим, да? Айскрим. 이거 뭐예요? 오렌지? Это оранжи? Кыт, кажа, иди, баю, баю, кажа. Кусаю? Тета. Да.
Так, готовлю. Дею, дею, матоджу. Чарисую. Игоне. Десою? Чонлита десою? Чарисую. Кажа. Кажа. Сея. Ома, чусею. Ома, ты могу шпою. Ну дай, 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 дай. Ну дай, 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 дай. Могу, ома, ты могу. Чусею, ханге чусею. Оманен. Ома, чусею, ханге чусею. Ироке? Оманде анчо? Ома, ты могу шпою. Не. Да, сегодня, конечно, был очень сложный день. Целый день крики, истерики. Ничего не хочу, туда не пойду, то не буду, это не хочу. Потрепал нервишки, потрепал, конечно. Еле покупались с истерикой. Наверное, он устал сегодня тоже. Переизбыток адреналина, переизбыток энергии. И поэтому такое настроение под вечер. Но зато мы вкусно, хорошо покушали, прогулялись. Можно идти спать, спокойно укладываться. И спать долго-долго. И до позднего-позднего утра. Арасо? Не. Не, чарисео. Дедапту чарео, ючиме. Ипунаде. Маши папай. Маши папай. Папай. Так, ну что, мы тут уже полным делом собираемся на кемпинг. И пришли к выводу, что нам надо менять машину, наверное, раньше, чем покупать новую квартиру. Потому что даже с одним ребенком и нас трое всего лишь, да, нам нашей машины, легковушки не хватает. У нас просто забит весь багажник и места вообще нету. И коляску мы еще не берем, а уже нету места. Ну, просто может быть, потому что на кемпинг, там и матрасы, и одеяло, вот эта вся тема, то она, конечно, занимает мама, очень много места. Кванго. Кванго? Ома! Ома! 갔다 올게요. 엄마. 할머니. 오빠들은 아니야, 우리 빵빵 가요. 어디 가요? 어디? 슬슬. 빠이빠이 해, 할머니. 빠이빠이. 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 수현이 가서 마음이 가고 있어. 수현이도 가요? 와. 엄마. 아, 거기 가요? 할머니하고 집에 있어요. 얼른 와요. 할머니하고 집에 있어요. 다, 엄마, 여기서 나 в магазин за мясом, значит, за овощами. Хорошо всю дорогу ехал, даже поспал Суёнчик. Да? Теперь мультики смотрит. Да. Да. Мужчины пошли за дровами. Классно, конечно, но стрёмно, потому что я 4 года не сидела за рулем, и, конечно, навыки, они, надо их поднагнать. Но все равно прикольно. Почему-то вот такое чувство волнения, потому что ты не в своей стране, как-то не у себя дома. Все такое чужое кажется, ну, как-то не знаю, как это объяснить. И типа ты так переживательно едешь, волнуешься. Ну, ничего. Опыт, опыт. С опытом все приходит. Даже бассейн есть с горками. Но как-то сегодня прохладно, не покупаешься. И грязно очень. Так, пока там мужчины собирают тенты, натягивают все. Надо приготовить Суёна. Намазать его от комаров, позаклеивать его наклейками от комаров. Хорошо, что я взяла штанишки, вещи потеплее, потому что сегодня как-то очень прохладно. Прям ветер такой здесь свежо. Боюсь, вечером прям будет здорово холодно.
Видите, какое приспособление от комаров и от мошек. 350 кнопок надо нажать и ловить мошкару. Прикольно, я такого еще не видела. Еще с подсветкой. Так, все трапезничают. Что вам надо знать про корейский кемпинг? Он мне что-то там варит из каких-то ракушек суп. Малышня ест. Мяско готовится. Овощи нас ждут. Самый главный начальник, директор. Пали усео, чом. Вы ирке нырёё? Ау, епо. Не-не, сейчас так хэппи, так. Чува. 어 잠깐만 형 같이 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 같이, 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 같이. 어. 뭐 해야 되나? 뿌리비에 뿌리비에 언니는 바빠요. 언니 바빠. 가자 가자 앉아 앉아 아빠 아빠 좀 볼게. 형 뭐 도와드릴까요? Так, сделаю вам обзорчик на кемпинг, в общем-то, на корейский кемпинг. Ну, во-первых, супер-супер чистый бассейн с горками. Ну, понятно, что, в принципе, в лесу, в посадке это вообще не спасает, этот навес. Конечно, тут будет грязно, но, в принципе, купаться можно. Так, такие вот детские площадочки. Домики, кемпинг, парковочка с машинками. Чтобы вы понимали, даже тренажерка есть. Приехал на кемпинг, и можно сразу спортиком позаниматься. Смотрите. Вот до чего техника дошла, да? Вот. Так, что тут у нас есть еще? Такой магазинчик. Сломанными холодильниками, наверное. Ну, короче, такой вот захудаленький, странненький, как будто ты куда-то на свалочку приехал. Ну, да ладно. Ну, классно, все равно. Такие вот столики, да? Обогревка зимой, чтобы не холодно было. Это те, кто приезжает без своих там печек, без своих холодильников, можно сюда прийти, покушать, перекусить. Прикольно. Так. Еще... Тут еще одна площадка с бассейном, с горками. Мусорник, как вы уже могли заметить, да? Прекрасно просто. Курилка. Блин, но все равно это круто, что есть такие места, знаете, блин, совсем подготовлены. Потом, что тут у нас есть еще? Тут, в общем, мыть посуду. Такая раковина, моечные. Мыть посуду, убирать. Обязательно. Это что? Фонарик, который не достается, короче. А, достается. Фонарики. Видите, можно взять и ходить ночью. Ну, теперь как-то вставить надо. Так. Противопожарные, да, эти. Как они называются? Огнетушители. Газ. Очень-очень много людей, машин, палаток. Потом, тут что у нас? Тут у нас душевая. Давайте посмотрим, какая у нас душевая. Общая. На раз, два, три. На три персоны душевая. Платишь за одного, купаешься втроем. Прекрасно. Экономно. Так. И туалеты. Мужские и женские. Кто выше бьет, то и краще играет. Джампинг студия. Мои друзьяки. Мы с ними познакомились. Они везде ходят за мной по пятам. Подходят и говорят: Иму, ты такая красивая, Иму, ты такая красивая. И где я, там и эти дети. Просто целый день меня сегодня обхаживают. И море.
Посмотрите, какое прекрасное, чудесное море. Красиво, лес. Тишина, красота. Классно. Очень-очень классно. Канджан? Он не чувак? Чувак? Это я, Линда.